Вот смотрите, государство, да? Государство советское делало нормальные бомбоубежища когда-то. То есть люди жили в реальном мире, они знали, насколько жесток этот мир, что здесь необходимы бомбоубежища. Правда, на всякий случай. И от атомных бомб, и от всяких других. А мы потом расслабились, все вокруг братья, друзья, и никто нас никогда не тронет. А я предупреждал в своей книжке еще в 2009 году. Будет хреново. Ну вот, допустим, один из арендаторов. Ему отдали целый подвал под всем домом. И что он сделал? Закрыл его нафиг. Сложил свое золотишко там. И никого не пускает. Ему пофигу все. Сейчас мы его достанем, этого арендатора. Прекрасно. Это уже где-то пятое по счету вскрытие бомбоубежища. Покосившаяся лестница. Осторожно, горячая. Тут замок. Сейчас, какой замок? Навесной. Навесной. Ну, этот мы можем оторвать, если здесь... Профессиональное вскрытие. Да, вскрытие сейчас покажет, от чего. О, а тут у нас складик. О, там свет есть. Идем, проходим. Ласты нужны кому-то? Аккуратно. Очень аккуратно. Это тот же самый, что мы рассматривали. Санузел есть. Отлично. Тут уже люди начали застраивать под свои нужды. Ребятки, дорогие. А? Вот. Порнография. Ну, кто это, да? Глянь. Смотри. Да. А что можете сказать о карте и о газетах Новороссии? Что я могу сказать о карте? Ну, повесили люди карту. Мы это захотелось, да? Стоит. Людям имеют право покупать карты, смотреть и отвечать там боевые действия. Играть стратегом. Никто мне против этого не мог ничего сказать. Меня возмущает то, что люди не хотят открывать подвальное помещение для большого дома, общежития даже. Не а хотят что, открывать. А то, что здесь окна присутствуют. Вот. А все было позволено. Как говорил товарищ предатель Горбачев, правильно? Что не запрещено, то разрешено. Правильно? С этого-то все и началось. Горбачев, привет тебе. Скоро бы тебя разделали, если не умрешь. Все, стоп. Стоп. Здесь у нас... Отлично. Здесь у нас должен быть второй выход. А это в третий подъезд. Угу. Отлично. Ну это убирать. Там большое помещение. Смотрите, большое помещение. Это уже второй подъезд. Отойдите, мы два вывода нахрен. По крайней мере. Укрыться временно. Хотя бы постоять и посидеть. Этого хватит. Досрочно убежать, это не годится изначально, правильно? Ну да. Ну вот и все. Здесь тоже кто-то есть в этом домике, я так понимаю. Или это выход? Это выход в подвал. Или кто-то еще. Это третий подъезд. Третий подъезд. Третий подъезд надо вскрыть тоже. Я думаю, после выложения видео хотя бы раз найду. Вот эти могут быть новыми замками и открыть вот те вот самые двери. Торжественно открыть. Которые будут сразу из подъезда вводить в бомбоубежище. Вот они. Пробуйте. Вот, кто строил настоящее бомбоубежище, готовился к атомной войне. А мы не верили. Не зря он. Три героя Советского Союза висит. Четыре. Нет, три. У него не было четыре. То было какой-то Румынии или чего-то у него висело, похоже. Три у него было. И при осмотре подвалов. Биты. Бутылка с дьюти-фри с аэропорта. Вот, оказывается. Почти поймали мародеров. Почти, в смысле, никого здесь нету. Да, еще вот стоит отметить, вот курточка висит камуфляжная. Вот. И странные вот эти вот зарисовочки у человека. Карта. Вырезки интересные. Да вот, вот.